как бы хорошо ни готовилось мероприятие и не проводилось, если оно не освещено средствами массовой информации, то значит его не было. Сотрудничество с такими партнерами журналистского и медийного потенциала даст нам возможность до каждого жителя донести правдивое, яркое и как можно полное освещение этого события путем живой картинки, живых интервью с участниками событий, живого настроения, которое будет, я надеюсь, царить в течение вот этих двух недель в нашей столице и в стране. Inside the Games – это международное агентство, которое ежедневно публикует свой бюллетень о самых важных событиях в мире спорта, как олимпийского, так и неолимпийского. И когда речь идет о Европейских играх в Минске, очень часто они ссылаются на официальный ресурс Белта.бай. Как только было объявлено о проведении вторых Европейских игр, мы сразу подключились как информационное агентство к этой работе. Вот на сегодняшний момент мы посчитали, что около 450 информационных материалов и около 300 фотографий на тему подготовки нашей страны к Европейским играм уже вышло на Белта. Здесь надо понимать, что у Белта есть очень хорошая возможность для того, чтобы рассказать об этих Европейских играх не только жителям нашей страны, но и нашим соседям. Мы можем размещать информацию о Европейских играх на сайтах наших партнеров в Армении, в Азербайджане, в Казахстане. Мы отправляем ежедневно информацию более чем в 300 адресов Российской Федерации. Таковы соглашения с посткомом союзного государства. Будут задействованы все ресурсы для того, чтобы рассказать обо всем, что будет происходить в Республике Беларусь на вторых Европейских играх. С сегодняшнего дня на сайте Белта появится новый видеопроект. Мы уже его делаем, запускаем. Он будет рассказывать об объектах, об играх, о тренерах, о тех детках, которые будут дальше продолжать работать в этих видах спорта. И кроме того, я думаю, самым интересным, наверное, эксклюзивным, потому что Белта обладает огромным количеством фотографий, их сотни тысяч, и очень много есть фотографий интересных, спортивных. Мы сделали подборку, это будут фотографии и 1947 года, 48-го, то есть это будут уникальные кадры, мы их соберем и будем рассказывать о том, как развивались эти виды спорта в Беларуси на протяжении десятилетий. Мы ждем очень много туристов в Республику Беларусь в связи с играми. Это элемент продвижения нашей страны в мировом пространстве. И мы просто не могли остаться в стороне от этой крупной акции в нашей стране, я бы сказал, исторической. Мы надеемся, что вот это соглашение и статус официального партнера позволит нам более уверенно говорить с нашей аудиторией при поддержке и дирекции игр, и наших спортсменов, прежде всего спортсменов, за которых мы будем болеть. А еще, спорт – это прежде всего эмоции, переживания, и, я надеюсь, все-таки гордость за нашу страну.